Привет всем! В сегодняшнем видео буду подключать фонарик к главному персонажу. Есть у меня вот такой фонарик, я делал тут. Ну, у вас, если нет, можете бокс просто вставить. Тут смысла не имеет никакого. Так, идем главного героя. У меня вот этот бегает. Откроем его блюпринт. А, нет, стоп. Откроем его скелет сначала. Надо сделать сокет, куда мы будем прикреплять фонарик. Я прикреплю куда-нибудь вот сюда вот. Так. Забыла, как посмотреть, какие кости. Ну ладно, я знаю, что спина у меня есть кость. Спина 2. Так. Спина 3. Вот сюда вот. К ней добавим сокет. Назову его F2 ламп сокет. Теперь переключим инструмент. А, он у меня слишком большой, поэтому здесь я его уменьшу. 002 и так везде. Точка 002. Точка 002. А, блин, а здесь не уменьшил. 002. Такой маленький сделаю его. Так, войдем в проекцию слева, справа. Так, это, наверное, зад у него. Тогда справа. Так, теперь ведем. Фонарик будет где-то примерно вот здесь располагаться. Так. Фронт. И маленечко вот сюда вот вытянем. Отлично. Как раз где нам и надо. Сейф. Теперь идем блюпринт главного героя. Так, вьюпорт. Я пока отключу ему вот здесь меш. Анимационный блюпринт просто. А. Вот эту отключу пока non compile save, чтобы он стоял ровно, не двигался. Теперь добавим сюда фонарик. Так. Закину его сюда. Так. И compile save. Надеюсь, он на главном, да, на главного героя как раз. И здесь у него поставим parent socket. Так. Ну, к мышу. Вот так надо прикрепить. Save. Теперь выберем лампу. И parent socket. Найдем ламп. Вот. И обнулим location и rotation. Так. Теперь его надо. Возможно, фонарик слишком маленький. Так, отключим вот эту фигню. Так, вытянем его. Фонарик что-то слишком маленький стал. Давайте сделаем ему scale побольше. Ну-ка, двойка. В принципе, он такой и должен быть. Но я сделаю тройку. Побольше. Так, перевернем его. Да что такое, блин? Вот так вот. Так, перейдем в проекцию фронт. Сначала справа. Так. И перетащим его. Вот так вот. А теперь повернем. Вот так, пускай туда и светит. Так. Маленечко все-таки надо его вот сюда вот вытянуть. Не знаю, как будет держаться. Compile, save. Вот здесь у него будет висеть этот фонарик. На самом деле он должен висеть типа на пуговице. Ну да ладно.
Отлично. Теперь к этому фонарю добавим компонент light. Какой light? Возможно, spotlight, наверное. Вот так вот. Compile save. Так, светит он у нас не туда. Надо его повернуть. Так. Повернуть надо. Вот так вот. На 90 градусов. Так, слишком он. Может, вот такой хватит им длины. Так, вот этот inner радиус тоже вот так сделаем. Силу, я думаю, достаточно будет. Цвет только пожелтее. Вот так вот. Окей. Так, еще надо посмотреть, как он стоит все-таки. Вот эта лампочка сама. Так. Вроде здесь по центру. Ага, вот здесь маленько, вот сюда вот и ее вот сюда поставим. И можно чуть-чуть даже повернуть. Ну, оставим так. Compile, save. Так, эту лампочку надо переименовать. F2. Назовем ее ламп. Ламп. М. Просто. Вот так вот. Mobile. Все правильно. Compile, save. Перспектива. Так, теперь давайте мышу подключим. Blueprint наш. Аним Blueprint. Так, где тут? Не найду никак. Ага, вот он. Тут плохо видно, наверное, пока он светит. Сейчас посмотрим. Compile, save. Так, зайдем в EventGraph. Нам надо сделать клавишу, на которую будет светить фонарь. Я могу сделать, еще добавить input. Project setting. Input. Добавлю здесь вот новую команду. Событие. Назову его ламп. Ламп. И клавишу поставлю L. Так, где она у нас тут? Вот. Все, отлично. Это закрываем. Идем опять в Blueprint. Правой клавишей мыши вытягиваем ламп. Вот. Событие. Отлично. И поставим на flip-flop. Compile, save. Только сначала она у нас не должна светиться. Давайте VC. Белите. Выключим эту галочку. Чтобы у нас света не было сначала. Compile, save. Теперь вытягиваем эту штучку, ноду. Сюда ставим. Здесь ставим flip. Flop. Вот так вот. И здесь вытягиваем visibility. Set visibility. Так. При одном нажатии у нас будет включаться, а при втором будет выключаться. Так, Ctrl-W. Тут галочку снимаем, будет выключаться. И еще можно звук вставить. Compile, save. Так, что-то. А, забыл его тут подключить. Ну, у меня звук, может быть, есть какой-нибудь? Включение лампочки, типа кнопки какой-нибудь. Ну-ка. О, пойдет. Закинем его сюда. Напишу. А, так и оставлю. Клик бутон. Compile save. Только сначала надо активацию с него снять.
вот эту вот, чтобы он сам не активировался в начале блюпринта. Compile save. Вытянем сюда и из него play. И соединим все эти ноды вот так вот. Compile save. Что ж, давайте попробуем. Play. Так, фонарик у него висит. Но это, возможно, горит. Это эмиссив у меня там включен. На материале. Так, зайдем в темноту. Вот тут потемнее. И давайте попробуем включить. L. Оп, фонарик горит. Отлично. Надо, чтобы он подальше, конечно, светил. L выключаем. L включается. Так, отлично. Эск. Надо фонарик сделать, чтобы подальше светил. Так, ламп. Вот, ламп. Сама лампа наша. И я не знаю, на какое расстояние, чтобы он светил. Блин, больше делаешь, он становится больше. Так, вот тут я что-то забыл, как можно сделать, чтобы он уже стал. Ага, вот. Вот так вот. Отлично. Compile save. Пробуем. Play. Так. L. А? Нормально. Ну, в темных местах будет светить нормально. Ну, конечно, надо пошире сделать. Что-то совсем узкий фонарик. Так. Ну-ка. Тут побольше сделаем так. И вот этот второй inner radius. Он чуть-чуть должен быть меньше, чем вот этот, который другой кон. Кон angle. Так, compile, save. Ну, я думаю, нормально. Файл, save, все. Ну вот, в принципе, и все. Фонарик работает. Кому интересно, может было, надо. А, все, включили. Отлично. Эск. Что ж, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока.